Новости Богородского района. Богородская43.ру. Этой истории 15 лет. Началась она в далеком 2005 году. В газете «Заря» за 18 октября был опубликован материал «Любую улицу в поселке можно сделать проезжей. Было бы желание». В ней рассказывалось о том, как инвалид Анатолий Бойко из деревни Мухачи сам соорудил мост через овраг и дорогу от дома до самой трассы, не надеясь на помощь властей. Этот стратегический объект регулярно посещает телекомпании из города Кирова. Но ВОЗ и ныне там. 4 октября 2019 года здесь вновь начались работы. Богородское городское поселение выделило на расширение переезда 34 тысячи рублей. Я житель деревни Мухачи. Обратился в городское поселение с просьбой расширить нам дорогу через пруд, так как у нас зимой узко, тракторам опасно чистить, когда дорогу чистит зимой снег, очень плохо проезжать. И вот администрация городского поселения или округа сейчас, как называется, решили помочь. Благодарю администрацию городского поселения или округа городского за то, что они отозвались на нашу просьбу жителей, проживающих на этой стороне, а также Курочкиным, которые согласились помочь нам сделать эту дорогу. Отремонтировать эту дорогу, сделать шире ее.